Приветствую всех, Blender 2.81, и хотелось бы в этом ролике рассмотреть именно аддон Авторик Pro. Погнали разбираться. Так, подопечный опять будет болван. Заходим в Edit Mode, находим преференции. Закидываем сюда скачанный именно install, скачанный вот этот аддон. И он у вас будет находиться здесь. Так, пишем Rig. И вот он называется Animation Avtorik Pro Tools. Вот он. Ставите галочку и работайте. Есть еще Rigging Blend Rig и Rigging Rigify. Вот эти вот все аддоны. Animation Avtorik Pro и Animation Collection Shape Case. Вот эти вот аддоны или скачивайте, или, может быть, они у вас уже будут, я не знаю. Ну, давайте разбираться, как все это дело работает. N-панель открываем, находим Авторик. Высвечивается вот такое вот окошко. И погнали. Заходим в скин. И находим вот этот Create Drives. Выделяем именно наш аддон. Выделяем нашего персонажа, заходим в Avtorik Pro Smart и жмем Jet Selected Object. Avtorik Pro Add Neck нажимаем, и вот появляется вот такой вот кружочек. Его ставим на горло, жмем Add Chin, жмем на голову, жмем Add Shoulders, нажимаем это все, ставим на плечи, жмем Add Урыт и продолжаем словом. Вот такая штука. Ставим на запястье. Это Spin Rod. Ставим теперь на таз. Это Ankle. Словом, извините за английский. Ну вот продолжаем нажимать. Следом здесь вот есть, появляется вот такая штука, когда вы ноги ставите. Facial Setup. Нажимаете на него, и вот здесь у вас есть глаза и рот. Выбираем вот так вот, вот эти вот части. Жмем G и ставим на рот, именно на губы нашего персонажа. Теперь вот эти можно сюда подставить. Эти можно вот так вот ниже припустить. И также выбираем по одному, и можно их G именно развести вот так вот. Чуть-чуть подальше поставить. Вот так вот. Ну и здесь также можно. Вот таким вот образом. Глаза выделяются тоже вот так вот. Левой кнопкой мыши G. Подставляем на глаза, и также здесь можно их немножко вот так вот подкорректировать G. Как у вас глаза выглядят, нижние веки, верхние, вот так вот пониже. Теперь выделяем вот эти вот части. Так, пардон, вот эти вот. Это у брови G. Как-нибудь отводим. Здесь их как-нибудь вот так выделяем. G уводим вниз, если не стандартная модель. Ну и вот нос. Или это вот нижняя. Это, наверное, нижняя губа. Вот так. Вот так ее, наверное, поставить надо. Следом нажимаем Cancel Facial и жмем Go. Сейчас появится именно скелет. Вот так вот появился скелет. Теперь заходим в Object Mode. Нажимаем на модель, нажимаем на скелет Shift, зажатой левой кнопкой мыши, и заходим в Rig. В Rig находим функцию вот этот Match to Rig. Сейчас вот это все преобразуется в Rig квадратики и так далее. И посмотрим, что дальше будет.
Итак, вот все преобразовалось. Теперь нужно это все объединить. Заходим в Object Mode, нажимаем на модель, нажимаем Shift на кости и находим теперь Skin и находим теперь Bind вот этот. И опять ждем. Теперь все это дело срастется, объединится. И потом можно в PostMod все это дело поработать. Тут еще много настроек есть. Надо все это дело разбирать, смотреть. И вот все срослось. Теперь заходим в PostMod, в Object Mode. Снимаем выделение с модели, нажимаем на косточки. И заходим в PostMod. Вот так все это дело здесь выглядит. Квадратики, кружочки. И смотрим. Нажимаем вот на эту штукенцию. Жмем G. И вы видите, что он приседает. Все нормально. Мягко себя ведет. Следом выбираем вот эту косточку. Нажимаем R. Вот он изгибается. Все нормально. Что тут еще? Что тут еще можно сделать? Так, теперь нажимаем G. Смотрим теперь, как ведут себя руки. Вот это кисть. Вот это понятно. Так. Жмем R. Это вот работает плечо. R. Вот так работает рука. Так, плечо теперь G можно немножко увести, подровнять. Так, выбираем вот этот квадрат и жмем. R не работает. Как так? Вот так вот все это дело сгибается. И вот так работает. Во. G сюда, R, G сюда. Вот ногу можно подвести вот так вот. А эту ногу можно G назад. И вот так вот тело изгибается. Прикольно. Вот так теперь. Раз. Опа. Ну и голова тоже R. Вот вы видите, что она крутится, работает. Вот так все это дело тут выглядит. Ну вот такая прикольная штука. Вот такой аддон. Качайте, устанавливайте, пробуйте. Все, всем пока, до свидания.